И его голова слетела с плеч. Ага, ко мне приближается презренный враг. Тут не хватает зрителей. Тебя подводят глаза, язычник. Меня окружают почитатели. Я их не разочарую. Приготовь оружие, ступи на арену и защищайся. Ты был благороден, но сам глуп, как баран. Братья и сестра Лилибоны бились за честь рода, но сгинули все.
Саула Гуида. Что это у нас тут?
Твои же! Jusqu'à sa revêtement. Une grande et...
и Сюнин. Gerald, hai domande pur dei sbrozzi e non sta facendo. Ne briserò. Mai. На несколько месяцев хватит.
Если узнаю, пощады не жди. Добычи много. Если дружи... Покажем ублюдкам! Помогите! Добыча будет наша! Yes.
сбежать! Помоги мне, скорей! Сюда, на помощь! Раздавлю! Помоги мне, скорей! Thank you.
Эй, подойди-ка сюда! Вижу сокровища! Эй, сюда! Это не ваше серебро! Что случилось? Спасибо тебе. Мы недооценили их силу и без тебя погибли бы. Нечасто я вижу, как простой народ грабит стражу. Они хотели забрать наше серебро. Они поднимают пошлины и присваивают часть денег. Ты помог его отбить, но делиться мы не намерены. Ты ведь отпустишь нас с миром? За это мы дадим тебе карту, взятую у людей наместника. И что же на ней? У наместника есть дом к северу. На карте отмечен тайный вход. Только представь, что ты там найдешь. Мы хотели его обчистить, но я обещал тебе награду. Я возьму и карту, и серебро. Радуйтесь еще, что живы. Жадная тварь! Бейте это отродье! Тайный ход. Интересно, что я там найду? Thank you.
Меня не должны узнать. Накину капюшон. Это то самое место. Монетный двор? Интересно.
С той стороны.